Как мотор. Необычная ситуация. Человек в космическом костюме в общественном туалете. Такое бывает только в фильмах. В Реутове высадился десант группы киношников. Снимает фантастическую комедию. Это дебютная работа режиссера Романа Артемьева. Раньше он создавал короткометражки. Теперь взялся за полный метр. Фильм вообще родился из короткометражного фильма. Полнометражный такой есть фильм «Спаситель». Он есть в интернете, он получил массу призов, наград. И, в общем, компания СТВ Сергей Сильянов решил спродюсировать его, и мы сделали полнометражную картину. Сейчас мы в процессе находимся. Вот. История такая комедийно-фантастическая. Замечательный актер у нас Сергей Барунов, Александр Баширов, Александр Числов, Иван Добронравов снимается, Мария Скорницкая снимается. «Человек из будущего» – это история о том, как обыкновенные люди спасают планету. Все секреты сюжета создатели фильма не раскрывают. Съемки уже проходили в Мышкине, Москве, теперь добрались и до Реутова. Здесь снимают сразу в нескольких местах. Актеры от сюжета в восторге. Говорят, раньше в подобных проектах не участвовали. Это очень такая наивная, добрая история о том, как, наверное, обычный простой человек в своей... при большом желании может изменить очень многое. Актриса Мария Скорницкая многим знакома по сериалу «Реальные пацаны». Здесь тоже комедия. Но от образа пермской Машки, обещает, ничего не останется. Я бы не сказала, что у меня есть какое-то конкретное там амплуа. Я надеюсь, что можно, что я смогу сыграть какие-то разные роли. Но здесь немножечко... моя героиня отличается там, допустим, от Маши из «Реальных пацанов». Я очень этому рада. Реутовский микрорайон 10А тоже попал в кинокадр. Здесь снимали сцену с каскадерами в пока еще строящихся домах по Юбилейному проспекту. Работают на большой высоте. Этот балкон на 16 этаже. Трюк опасный. Давай перелазим, ладно тогда? В Реутове съемочная группа была только один день. Теперь отправляются дальше. Работу над фильмом закончат уже этим летом. А вот на широкие экраны картина выйдет весной следующего года. Анна Чернова, Алексей Золотарев, Евгений Пуговкин для РТВ.